это очередной матч чемпионата. Сегодня Хоффенхайм встречается с Айнтрахтом из Франкфурта на Майне. Состав Хоффенхайм. Итак, тренер сегодня выбрал схему 5-2-3, которая достаточно вариативна. Но при этом не самое однозначное решение наставника. Цубер. Может получиться интересная атака. Джонатан де Гузман. Кевин Принс Боатен. Куку, чужие ворота в другой стороне. Надежно играет защитник, атака прервана. Цубер. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Где же удар? Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Вот я люблю такие мячи, аккуратненько в угол. Я тоже очень люблю удар на технику, на исполнение. Прекрасный гол. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Атака продолжится через фланг. Посмотри по сторонам, есть кому отдать пас. И мяч у вратаря, без труда он его забирает. Не прошла эта передача мяч у соперника. Фабиан. Пока неплохо. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Боатен! Нужно бить поворотом. Будет гол. Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Знатный гол получился, что и говорить. Так, защите тут большие вопросы. 2-0, самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Крамарич. Павел Кадержабик. Подает на ближнюю штангу. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Борьба за мяч. Буатен. Это может быть опасно. Потерял он мяч, но кому он достанется? Джонатан де Гузман. Ну, пора подавать. Такие передачи растягивают. Кевин Принс Боатенг. Нельзя здесь мяч терять никак. Цубер. Это может быть опасно. Бей! Отыгрываться нужно. И что это? Гол! И мяч летает под самую перекладину. Великолепный удар. Неплохо, неплохо. Даже очень неплохо, мощно и прицельно пробил этот игрок. Мяч вонзается в ворота и никаких шансов у голкипера. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Де Гузман! Я показываю, что будет угловой. Самое скопление. Себастьян Алле.
Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Может получиться интересная атака. Отличный отбор, но мяч